Всем привет. Давно я ничего не снимал. Вот решил прокатиться сегодня на велосипеде. Еду в магазин посмотреть птичку. Решил купить дрон для того, чтобы в отпуске поснимать пейзажи. Планируем уже отпуск на лето. Все еще не решили, куда мы поедем. Я предлагаю в Испанию, на Канары. И Руся хочет в Грецию, на острова. Но куда-нибудь мы точно поедем. Весна уже в полном разгаре. Все зеленое. Завтра пойдем на дачу к родственникам. Может, даже сниму, покажу, какие дачи в Германии. Все говорят, что не хватает свободы. Нельзя то, нельзя это. С умом все можно. Как говорится, если вам не нравятся кошки, вы просто не умеете их готовить. Поехал я околицами. Через дачи, вдоль речки. Сегодня у нас пасмурно, завтра обещают солнце. Ну, для Германии это обычная погода. Вполне обычная, пасмурно, сыро. Франкфурт вообще довольно-таки зеленый город. Очень много зелени, очень много парков. Нет, туда я не поеду, поеду прямо. Вот здесь у нас дачи. Вот такие вот дачки. Дача в Германии не для того, чтобы на ней проживать, а просто как хобби. Кто-то что-то сажает, кто-то просто для того, чтобы отдохнуть, погрилить, приезжает на дачу. Вот здесь такие тихие райончики. Как вы видите, зелени полно везде. Все зеленое, все цветет. Тем более сейчас весна. И если учесть то, что мы не очень далеко от центра города сейчас находимся. И небоскребы. Буквально на велосипеде туда 15 минут ехать. Фу. Так, я туда поехал, что ли? Здесь я бывал. Здесь я бывал, вот в этом доме. В лифте. Кто-то застревал, да, я приезжал сюда вызволять человека. Многие районы мне знакомы, так как по работе часто приходится ездить. Где-то вызовы. Где-то в лифте кто-то застрял, где-то сигнализация сработала по-разному. Что-то здесь проеду. Что-то я запутал немножко. А вот сюда, точно. Здесь можно проехать. А вот мы уже приехали. Где Волган, точно. Я еду так наугад. Все, велодорожка, погнали. Как я еще раз сказал, хочу сейчас проехать в магазин, присмотрел себе дрон, хочу его потрогать руками, сам лично. Хочу
узнать, какие нюансы есть по использованию в Германии, потому что правила какие-то, регистрация, все это нужно сделать, чтобы не платить штраф. Так, куда нам здесь? По-моему, налево. Заблудиться мы не должны. Выйдем. Что? А, ну вот. Ветка метро, остановка, все. Определился я, куда мне ехать. Город вроде бы небольшой, но много таких райончиков, в которых ты не бывал, например, по нескольку лет. Просто без надобности. Здесь направо. Здесь эти самокаты. За экологию борются, как она меня раздражает, валяются везде. Какой велосипед у мужика. Мечта моя. Моя мечта. Наставить мне его негде. Боюсь, украдут. Воруют, ребята, воруют. Вниз полетели. Ветка метро идет. Вот как я как-то говорил, что везде по городу есть футбольные поля. Вот это с искусственным газоном, там с натуральным. Везде, в каждом районе есть футбольные поля, где тренируются, секции, детвора постоянно. Но сегодня что-то нету. Сегодня что у нас, суббота? А может быть и закрыта суббота. Но играют часто, часто играют, постоянно. Разные возраста, в форме, с мячами бегают, подсветка все есть на этих стадионах. На этом зеленом нету, а вот на том есть подсветка, на здесь искусственный газон. Так что, к реке проедем, вдоль реки прокатимся. Так вот разобраться, город можно проехать на велосипеде, ну, через весь город за полчаса. За полчаса можно через весь город проскочить. Не такое уж оно большое. В Германии, наверное, вообще больших городов нет. Может быть, Берлин большой. А так, в основном городки маленькие. Зеленый свет. Погнали. Сейчас проедем к реке. Вот в этом доме справа. В этом доме справа мы когда-то все жили, как только в Германию приехали. У нас было здесь как общежитие. 7 месяцев я прожил в этом доме, прежде чем квартиру получил и переехал. Красота, люблю вообще лето, когда тепло.
сейчас до речки и прям до самого Норди. Мутрочки бегают. Кушай, кушай. Там я сейчас видел, малыши сидели. Полно внутри, полно. Там целое семейство там живет. Я как на работу еду, мимо них постоянно проезжаю. Здесь рыжие, там серебристые такие. Вот справа тоже у людей дачи. Дачи, прям можно сказать, тоже в черте города. Вот участочки маленькие. Кто-то что-то посадил, кто-то он чеснок посадил. У нас из наших Лариса любит на даче возиться, сажает там что-то, сестра моя. Сажает помидорки, клубнику, такое. Красота. Людей мало сегодня. Суббота, все дома сидят, наверное, отдыхают. А может, погода не такая, не солнечная. Обычно выходят здесь люди, гуляют, отдыхают, на полянках лежат, берут с собой какие-нибудь одеяла или покрывало, раскладывают, лежат. Кто-то, студенты часто, видел, с книжками зубрят. Вот здесь уже прогуливаются люди. Weil wir durchaus manchmal das Gefühl haben, dass es doch etwas länger ist. Вот тоже гуси. Тоже парочка. Тех, которых я снимал в начале месяца, у них уже такие гусята большие. Я вчера проезжал, с работы ехал. Прям опередились уже. Это здесь так называемый Нида-парк. Вдоль Ниды тянется. Нида — это река, название. Вдоль нее какой-то гольф-плац. Люди в гольф приходят поиграть. Мы в гольф не играем, это не наше. А вот если посмотреть, сейчас я остановлюсь. Вон с той стороны видно небоскребы. Вот мы от центра, здесь километров на 5-6 от центра. И вот здесь уже такое зеленя. Зеленя зеленые. Здесь что-то заросло. Еще не покосили травку. Здесь обычно люди на гриль выезжают. Тут места есть уже для костровищ. Мы тоже, кстати, раньше выезжали сюда с семьей. Так, ну вот здесь я сворачиваю. Дальше мне на работу ехать, а я сюда поеду. Объезжать далековато. Мы сейчас здесь срежем.
наверх поднимемся. Вот, все зеленое, все зеленое. Везде зелень. Красота. Так, сейчас мы поставим велосипед возле тети Веры. У них есть место, где пристегнуть. Все зеленое, все зеленое. Это kein Fahrradweg. Wirklich? Ja. Genau. Auch kein Fußballplatz, ja? Ja. Wo denn? А ведь это не велосипедная дорожка. Но это и не футбольное поле. По стене стучать. Умники.